Привет, YouTube, привет подписчикам, зрителям канала Techniques Reviews. Сегодня видеоинструкция по сборке дивана, раскладного дивана, который может быть использован как спальное место для двух человек от IKEA. Общий вид, название и стандартная икеевская инструкция. То есть нельзя работать одному. Нужно работать с помощником. Нельзя работать на полу. Нужно работать на коврике или на чем-то простеленном для сборки. В случае возникновения вопросов необходимо позвонить в сервисный центр IKEA. Дальше идет комплектность, то есть вот одна такая деталь, 4 таких винта, 6 таких винтов, 10 шайб, 10 гаек, 2 таких винта, 2 таких винта, 4 таких гайки, ключ рожковый, ключ шестигранник. На всех позициях указаны артикулы. Вот везде. То есть тут, где начинает уже показывать изображение сборки, показывает ключ, винт, деталь, вторая деталь, шайба, гайка, ключ. И на всех позициях указаны артикулы. То есть, ну, очень все подробно изображено и, скажем, никаких словесных описаний, а все только в картинках. И этого достаточно для сборки. Как пользоваться данной видеоинструкцией? Для того, чтобы пользоваться инструкцией, скажем, если вас заинтересовало какое-то место, то вы можете нажать на паузу, остановить и просмотреть конкретно тот эпизод, который вас интересует. Я иду дальше. То есть вот показано, что берутся стойки, дуги, ножки, и берется деталь. Дуга вот такая. Показан угол 90 градусов. Два отверстия, на которые ставится ухо и штырь. Вот ухо и штырь. То есть позиционирование детали. И как эта дуга. И показано винты сверху, шайба гайка снизу. Здесь указано, как это выполняется инструментом. На этой стороне то же самое. Следующая страница. То есть мы взяли две ноги и взяли дугу, прикрутили. Какими винтами и гайками указано по артикулу. Следующая картинка. Нужно взять вот такие детали с колесиком и с вот такой вот согнутой планкой и закрепить на подматрасной раме. Показано, как установить и как закрепить. Артикулы деталей крепежных также указаны. Показано, что один человек держит, а второй человек закрепляет другую сторону. То есть это была показана одна сторона крепления, а вот эта вторая сторона крепления, вот она. Также указаны артикулы крепежные детали. Далее. Показаны детали, это вот колесики одинарные, которые необходимо прикрепить. Показано, что колесики должны смотреть изгибом в одну сторону, а не навстречу друг другу. Это неправильно. Указаны крепежные детали, артикулы, как это собирается. Далее показано, что уже на колесиках установлена подматрасная рама. Установлена предварительно собранная нога, которую на самом первом листе мы смотрели сборку. И вторая часть подматрасной рамы. Два человека берет, устанавливает. И места соединения показаны. То есть вот в этих ушах. Вот за уши, гайка, шайба. Показано
что нельзя затягивать до конца, а эти винты должны быть завернуты с зазором 1 мм. То есть они являются и крепежными, и осями вращения для раскладывания подматрасной рамы. Поскольку я говорил, что диван является и диваном, и спальным, может быть использован как спальное место. Вот. После этого раскладывается подматрасная рама, которая из двух частей, и к ней пристыковывается та часть, которая на колесиках. Как пристыковывается, также показано. Указаны артикулы крепежных деталей. После этого берется деталь пластмассовая, та, которая на первой странице изображена, разделяется. Одна часть ставится на один кронштейн, вот сюда, другая часть на другой кронштейн. Изгибается и защелкивается. Вот показано уже в собранном виде, как это выглядит. Далее показана укладка матраса. То есть берется матрас, показаны места крепления, ленты крепления, как это укладывается и как это закрепляется на липучках. Вот показано на липучках закрепить. Матрас закреплен на раме. После этого производится сборка и разборка дивана. Показано, как это осуществляется одним человеком. То есть сдвигаем, рама складывается, она имеет внутри пружину, которая помогает ей складываться. Или вытягиваем, и получается, что мы имеем спальное место на двух человек. Ну, собственно, здесь показана разборка, а вот здесь показана сборка. Необходимо поднять и толкнуть вперед. После этого собирается. И одевается чехол цельный, который перед раскладыванием чехол снимается. Вот такой диванчик, его инструкцию я вам сегодня показал. И здесь же есть инструкция на матрас, который упакован в рулон. Вот. Вот, собственно, и все. Диван мы с вами собрали. Диван удобный. Матрас на нем очень хороший, приятный. Можно спать, удобно сидеть. То есть мне этот диванчик понравился. На сегодня все. Пока-пока.